Даже не знаю. Иди сюда. Может, стоит разобраться, где какая собака? Давайте дадим им имена. Хорошая мысль. Можно даже дать им по два имени. Если их поймают, то у них будут воровские клички. Согласен. Как обычно зовут собак? Ну, ясно как. Как? Это Фидо. Это Ровер. Ладно. А это Принц. Точно. И Спот. Отлично. И Рекс. Класс. Ладно, Принц, Спот и Рекс. Идемте, Фидо и Ровер, идемте. Все готово. Теперь узнаем, на что они реагируют. Ты посмотри. Сделай так еще раз. А что если вот так? Это тебе не Джекил и Хайд. По-моему, все понятно. Рычание — это предупреждение. Похоже, у них всего два основных сигнала. Выключи! Выключи! Сделаем три основных сигнала. Ты цел? Да, кажется. Ты это видел? Такая собака может и убить. В том-то и дело. Они прекрасно подходят для работы. Идеально. Потрясающе. Знаете что? Они принесут нам кучу денег. Да, только как? Нужно найти место, в котором много денег. Может, Лас-Вегас? Там полно зеленых. И еще там очень много охранников и электроники. Легче ограбить Форт Нокс. Тогда что? Если бы только найти место, где не ждут грабителей. Там лежат кучи денег. Но если они пропадут, никто не заявит. Например, нелегальные доходы. То есть мафия? Нет, нет, нет. Нас убьют дня через три. Не знаю, мафия или нет. Нужно подумать. Не забудь собачью еду. Дай собакам мясо и успокойся. Мы вернемся завтра днем. Будь здоров, Уоррен.